25,575, оценка Елизабет Пайсиевой. И вот Алина Кабаева завершает свое выступление на европейском чемпионате. Вот у каждой гимнастки, наверное, есть свой любимый предмет, но вот к Алине, наверное, это не относится, поскольку у нее все предметы любимые. Хорошее выступление Алины. Просто замечательно. Немножко не получилась связка. Она пыталась сделать отбив ногой в прыжке. Я вот, судя по вчерашнему, смотрел на реакцию Ирины Александровны Виннер. Так вот, она аплодировала после того, как завершила выступление Алина. Прекрасно выполнила упражнение. Эмоционально. Очень интересное, сложное начало. Вот этот выход, бросок, потом ловля. Очень интересное начало. Ну и кроме всего прочего, вот каждое выступление Алины Кабаевой — это такой маленький шедевр, такое своеобразное произведение искусства.